Эй, шмакодявки, просыпайтесь! Уже пора в детский садик! А ну-ка, подъем! Изабель, ну чего ты так раскричалась? Мы уже проснулись, собрались давно, потом решили еще немножко доспать. А мне-то какая разница? Мне нужно на занятия. Давайте вставайте. Вас вести, мама сказала, нужно. Именно мне сегодня досталось. Давайте вставайте. Я ждать вас не буду. Через 5 минут на кухне завтракать. Ну чего ты кричишь? Мы вообще в садик уже не ходим. Мы ходим в 1 класс. Какой детский садик? Ты вообще уже ничего не помнишь и ничего не знаешь. Так, Гермиона и не поняла. Ты на кого это наезжаешь? Какая разница, что 1 класс, что детский садик? Вы все равно малявки. Вставайте быстро. Вот же зануда! С детский садик с 1 классом со школой путает. Пойдем завтракать, а то не отстанут же от нас. Вот блин! У нас еще целых 30 минут до занятий. Могли бы еще 10 минут поспать. Мелкий, давайте уже скорее. Аннабель ушла на занятия, а я вас все жду. У нас что? Опять яйца на сковородке? Каждый день одно и то же. Ну надоело уже. Так, я не поняла, ты что возникать будешь? Давай скорее жуй. Мне уже пора на занятия. И вам тоже, скорее. Ой, а если я не хочу кушать? Ну тогда вставайте, пойдемте. Доченьки, всем доброе утро. Я не поняла. А что тут за недовольство у нас? Не пойдете в школу, пока не покушаете. Мам, эти мелкие уже все нервы вымотали. Они не хотят кушать, а мне пора уже на занятия. Гермиона, Луна, кушайте скорее, вы задерживаете сестру и сами себя задерживаете. Мама, ну можно мы в столовой перекусим? Ну не хотим мы кушать. Мы вчера на ночь чипсов наелись. Ах, вот в чем дело. Все, чипсы вам я покупать больше не буду. Никаких чипсов. Весь рацион себе испортите. Собирайтесь в школу. Идите. Время уже много. Очень много. Скоро занятия начнутся. Ну, наконец-то все. Я пошла. Жду вас на улице. Мам, после занятий я иду к репетитору. Хорошо, доченька. Удачного дня. Ну, ладно. Нам тоже пора. Мы за рюкзачками и в школу пойдем. Скорее, детки, скорее. Поторопитесь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Луна, ну подожди меня, у меня такой тяжеленный рюкзак. Подпишись и лайк поставь, на колокольчик ты нажми.